На минувшей неделе в городской мэрии состоялось расширенное заседание фракции «Единая Россия». Расширенный совет проходил с участием депутатов Совета городского округа, руководителей местного отделения партии «Единая Россия» и секретарей первичных отделений. Вел заседание депутат Совета городского округа Алексей Сухачев. На повестке дня стояло 4 вопроса, один из них – подведение итогов работы первичных отделений. Сегодня мы подвели итог работы первичного отделения, каждого первичного отделения, а у нас в городе 26 первичных отделений, каждого первичного отделения партии «Единой России». То есть подвели итог по общей работе. То есть это и количество вступивших в партию, это и подписка газет, это взнос, это проведение различных мероприятий на территории нашего города. Кроме этого, на заседание назначили и утвердили кураторов из числа депутатов, которые будут осуществлять контроль за реализацией федеральных, региональных и муниципальных проектов. Также была заслушана информация о ходе реализации федеральных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» на территории городского округа город Кумертау, Республика Башкортостан. Также мы рассмотрели вопрос, связанный с деятельностью первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия». Были поставлены задачи и обозначены контрольные сроки для предоставления отчетов со стороны секретарей первичных отделений. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».